Привет, еще это Супраленд, и пойдем, я тебе кое-что покажу. Сюда нужно вставить флешку. Ту самую флешку, которую мы видели вон там. Так, пазл начинает собираться. Как насчет того, чтобы... Мы в воде утонем или нет? Мы плавать умеем? Ты не помнишь? Я не помню. О, умеем, отлично. Мы же пластиковые, что бы мы не умели. Так, залезем сюда. Туда мы точно не залезем. Можно нажать вон ту кнопочку. Монеточки. Монеточки. Сейчас пособираем это все. Ну, кстати, в прошлой серии, точнее в оригинальной игре, плавать мы не могли. Там было препятствие такое огромное с водой. И нужно было его преодолеть при помощи нашей лазерной пушки. И если я падал в воду, я погибал. А тут все наоборот. Наконец-то мы научились плавать. Здорово. Как насчет заглянуть под водопадик? Пойдем-ка. Хо, как знал, что тут тайник. 100%. Давай, запрыгивай. Область наблюдений. Что это за область такая? Короче, это какой-то тайник, где я могу спрятаться. Ну ладно. И наблюдать с этого тайника. Ну ладно, выбираемся отсюда. Блин, у королевы там монеток столько, смотри. Пойдем в левую сторону. Здорово. Что ты там делал? Мы здесь вот еще в домике там не были. 2 секунды. 2 секунды для чего? Опа, сколько сундуков ты там охраняешь, а? Надо найти лазеечку, как туда проникнуть. Давай поболтаем с ним. Я здесь буду стоять до 12:00, а потом я отсюда свалю. Это ценная информация, но непонятно, зачем ты мне это сказал. А сейчас только 2 часа, поэтому проваливай, не беси меня. Ну хорошо. Значит, надо 12 часов... А, подожди. Вот у него таймер-то стоит. Теперь понятно. А таймер мы сможем перевести, если залезем сюда, походу, да? Или нет? Интересно. Как бы нам перевести таймер? Ладно. Не будем пока заморачиваться, идем дальше. Это мы вышли к саду с глобусом. Угу. О! Тут, короче, в заборе есть огромные дырищи, через которые я могу залезть на крышу. Вот так вот. Оп. Но в крыше отверстий нет, что печальненько. Как дальше действуем? Что, если я запрыгну сюда? Будем лазить по забору. В принципе, я мог бы и здесь подняться, да? Ладно, лезем сюда. А вот и гвоздики, смотри, для чего нам тут. Оп-оп-оп, как лесенка. Есть, поднялись. Воришка! А ну-ка, стой! Наконец-то я тебя нашел. А ну иди сюда! Сколько хламья-то, а? Надо все это собрать. Куда он делся? Он спрыгнул? Воришка. Так, ладно. Походу он спрыгнул. Ну, в общем, я его нашел. Сейчас хочу собрать монеточки. И потом снова на крышу. Вон туда нам нужно упасть. Я попробую... Ой, черт подери. Я уж думал, все. Упаду в самый низ. Ну что, давай попробуем. Я делаю вот так, нет. Что-то я очкую, если честно. Опа, получилось. Даже без телепорт-пушки. Отлично. Теперь нам нужно как-то попасть вон туда, где куча монеток. Я так полагаю, это сокровищница королевы. О, как сюда просто попасть. Ха, тут двери. Желтые двери. Да, до сокровищницы не так-то и просто оказалось добраться, как я думал. Ну ладно, давай свалим отсюда. Опа. Пойдем к копу, скажем, что мы нашли воришку. Это произошло снова. У меня украли одну из самых ценных моих деталей. Мы разберемся с этим, сир Марк. Даю вам слово. Ну, конечно. Я, кстати, нашел этого воришку на крыше, но он убежал куда-то. Давай-ка проследуем по его следам. Он спрыгнул куда-то сюда, а потом он скрылся. Куда он мог скрыться, как ты думаешь? Ну, сюда он точно не побежал. Хотя, кто его знает? Вот сюда можно залезть. Опа. Воришка. А, тут монетки. Воришки тут и след простыл. И вообще я не думаю, что он сюда залазил. Ну чё, какие мысли? Куда он побежал? Как думаешь? Хоть монеточки соберу. Может быть, он к ученым сбежал? Как думаешь? Точно! Точно. Он вот сюда вот скрылся. В водопад. 100%. Где же его еще искать-то? А, нет, нет его тут, гляди-ка. Хм,
Гляди-ка, вон там еще металлолом валяется. Надо бы туда залезть. Возможно, это зацепка. Ну-ка. Не, тут ничего такого интересного. Короче, я знаю, к кому обратиться. Пойдем к шуту. Шут, здорово. У тебя так много лома? Подойди-ка к ракете. И, кстати, действительно, у меня 48 лома. Обалдеть. Вот это я набрал, так набрал. Пойдем. А на ракету нужно было 47. Ты сделал это, спасибо. Да, это удовлетворительный результат. Ну что ж, тогда старт намечен на сегодня. Это будет наша первая попытка. Ого-го, сейчас полетим. Три. Два. Один. Погнали! Ёкарный бабай, опять? Да уж, чё-то не фартит мне с этими ракетами. Лол, серьезно? Идите и заберите свои принадлежности в доме у Парзивальца. Парзивальц? Знакомый чувак, а не ты ли это был? Ну вот, и след простыл. Интересно, о каких вещах он говорил? Просто ботинки при мне, пушка при мне. Ну да, все при мне. Странно, что тут две ракеты. По всей видимости, на этой ракете прилетел оранжевый чувачок, который был до меня. А, подожди, нет, это моя ракета, ё-моё. Я узнаю это место. Просто сейчас ночь. Капец. Да, точно, тут была картонка, я ее размыл. Ага. Я приземлился в том же месте. Странно. Очень странно. Так. И здесь стенки нету больше. Ракета разнесла все. Хм. Ну, что ж, мне нужно найти дом Парсивальц. Как он там? Дом Парсивальц мне нужно найти. Ну, кстати, учитывая тот факт, что мы снова здесь, нужно воспользоваться нашей телепорт-пушкой, чтобы достать вот этот сундучок. Вот и настал этот момент. Значит, закидываем наш телепорт-снаряд сюда. Давай, катись. Катись, говорю. Опа. Давай. Мычи, как ветер. Чё-то так вяленько-то, а? Катится. Давай бежим отсюда. Опа. О, кто? Кто здесь? Скелетон? Не-не-не-не, ты меня не догонишь. Ты меня даже не достанешь. Смотри, чпиньк. У, я в клетке, я спрятался от тебя. Косточки возьмем. И, наконец-то, я достал этот снаряд. Урон Х2. Осталось только отсюда выбраться. Блин. Дело в том, что тут горочка, и снаряд туда точно не закатится. Капец. Как мне отсюда вылезть? О! Серьезно? Тут окна нет, прикинь. Как это так? Кто его вышиб? Может, когда я сюда телепортнулся, оно расплавилось? Оно было сделано из какого-то определенного материала? Да, сколько загадок, а? Смотри-ка, там тоже скелетоны трутся. Так, ребята... Я, пожалуй, начали разберусь... О, нифига себе, у вас тут сколько! Набалдеть! Смотри, чпинг! Ой, пока пушка не зарядилась. Отлично. Пойдем теперь вон с теми разберемся. Ребят, вы что тут скелетонов разводите, а? Они же как тараканы. Так, получай в пукан. Есть. О, я тебя могу просто бить своим снарядом. Ой. Вот так вот тебе. Вот так, на тебе. А, нет, это он меня бьет. Твою ж налево. Все, разобрался со всеми скелетонами. В общем, я забежал снова к прищепкам. В прошлой серии мы тут с тобой развлекались. И я хочу теперь залезть вот... Нет, не так. Вот. Да что ты будешь делать? Давай уже сюда. Вот так. Посмотрим, что вот эта кнопка делает. Вот так. Ага. Тут что-то открылось. Три костяшечки, пожалуйста. Прыг-панель. О, шикарно.
просто чудесно. И я теперь могу вот по этим штукам, которые я поднял, спокойненько перепрыгнуть. А те штуки я не поднял, потому что не смог. Что тут у нас? А тут ничегошеньки. Мне нужно придумать, как поднять вот эти штуки. Вот эти переходные панели, если так можно назвать. Как же вас поднять-то, а? Может, как-то так? Нет, так тоже не работает. Ладно, тут есть еще одна кнопочка. Что она активирует? По-моему, она активировала платформу магнитную. Точно. Ну, ждем, пока она вернется сюда. А тут какой-то тайник, я думал, а нифига тут и нету. Просто зеленая полянка. Ну, платформа, ты где там? Давай, шустрей. Все, я залез на платформу. Сейчас поедем. Давай, погна... А, нет, не погнали. Так, нужно здесь оставить, значит, наш телепорт-снаряд. Я побежал активировать эту кнопочку. И потом телепортируемся быстренько. Оп. Ага, получилось. И прыжок. Оп. Фух, я думал, сейчас все, капец будет. Нет. Блин, так близко было. Попыточки номер два. В этот раз я сделаю вот так. Беру, значит, снаряд в руки. Оп. Оп. И сейчас нужно будет его грамотно отпустить. Отпускаем. Есть! Получилось. Тут у нас сундучок с чем-то интересным. По-любому. Урон X2. Ну, не совсем интересно. Ну что, здорово, здорово. Тайничок мы забрали. Так что бежим отсюда. Теперь нам нужно как-то открыть вот эти ворота. Для этого нам нужно залезть... А, тут спокойненько можно пролезть. Так, да, я помню тебя, я помню. Кстати, странно. Тут был пароход, но его завалило. Очень странно. Капец. А помнишь, тут вот за стенкой тоже был тайничок. Вот он. Тут как-то вот так вот можно пролезть. А, ну и смысл, и смысл. Я просто вокруг оббежал. Угу. В общем, ладно, здесь мы чуть позже разберемся. Пойдем-ка в дом коммуниста. Ну, то есть, по заданию нам нужно пробраться в дом коммуниста, вот сейчас-то мы это и сделаем. Коммунист у нас — это тот продажник, которого мы встретили самого первого. Вот он, этот коммунист. Мы теперь сможем спокойненько пробраться в его дом. Вот тут отверстие шикарнейшее. И по всей видимости, там все наше снаряжение. Так. Плюмбус, привет. Нам вниз. О-о-о, нифига себе. Вот это я свалился, так свалился. И я видел внизу золотой сундук. Круто. Что-то ценное в нем должно быть. Силовой луч. Этот силовой луч нам поможет с головоломкой у спартанца. Нам нужно туда вернуться. Только как? А, ты прикинь, у меня пушка превратилась в лазер. Я-то думал, что кристалл — это предмет. А он, оказывается, зарядил мою пушку. Так, как бы нам быть? А, точно! Может, мостик сделать? Вот так. Ну-ка. Шикарно. Все вышло. А дальше как? А как дальше нам быть? Я вижу еще вон там вот. О, ну-ка, ну. Почти, сейчас. Еще разок. Почти. Есть! Забрались. Тут косточки есть. А, это тайник был. Мне, в принципе, сюда не обязательно надо было залазить, да? Ладно, давай вылазить. Полетели отсюда. Оп. Есть, вылезли. Шикарно. Теперь еще попасть бы в это отверстие. Может, залезть? Ну же. Ей, наконец-то. Наконец-то мы выбрались. Теперь мы сможем попасть в Оранжбург. Я надеюсь на это. Я знаю, что мы сможем открыть вот эту дверку. Сейчас мы это сделаем. При помощи нашего лазера. Так. Давай, стреляй сюда. Сюда надо, чтобы ты стрельнул. Ага. Есть контакт. Отлично. Теперь мне нужно как-то зарядить электричество. Электричество нам нужно. Сейчас попробуем. Оп.
Сейчас попробую. Нет, не хватит. Не хватит мощи дотянуть ток сюда. Эх, надо думать, надо думать. Но, в принципе, если мы откроем вот эти двери, мы попадем сюда. И что нам это даст, я не понимаю. В общем, ладно, на сегодня хватит. Если тебе нравится Супраленд, то ты знаешь, что делать. С тебя лайк под этим видео и подписочка, если ты еще не подписан. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.